Всем доброе утро, ребят. Христос воскрес, с праздничком. Кто не покрасил свои яички, докрашивайте. У нас сегодня на русском сервере прям мега день. Дали пасхальный подарок за вход. Ну, в принципе, вы все его заберете, кто будет заходить. Не забудьте зайти, забрать, потому что дают сундучки. Если на других серваках давали поинтересные плюшки, здесь нам дали сундучки. Что у нас еще такого хорошего? Шоппинг спри открылся, магазин скидок. Вот такой вот. Добавили сюда землеройку. Как видите, топовый герой. Огника. 10 осколков всего. Как-то печально. Скины. Ну, в общем, неплохие плюхи, я вам скажу. Относительно разбей яйца. Пасхальный подарок. Подарок 2. А, это будет пару дней. А, это за покупку. Ну, за покупку. Это не к нам. Счастливое возвращаем. Так, это все было. Лепрекон. Надо не забыть забрать будет. Давайте откроем, посмотрим, какие там плюхи прям нам с 5 этих сундуков упадут. У меня вроде здесь сундучков нету особо много. На английском сервере вчера дали сумочки. Так, карта вторая. Отлично. Тоже неплохо. Давайте не так сделаем. Блин. Вот так вот. Так, с третьего. Они. Ну, в принципе, я вам скажу, это тоже очень-очень хорошо. Правда, если вам повезет, можно вытащить отсюда хорошие талантики. 50 камней. Ну, в принципе, неплохо. И на этом спасибо, IGG, что хотя бы не забыли. Потому что обычно у нас на русском сервере все печально. Поехали на сардельку, забежим быстренько. И посмотрим еще по другим сервакам. Так, сарделькин. В общем, такие вот дела. Такс. Получить подарок за вход. Поехали. Я не знаю, у меня тут места, наверное, не хватает, да. Сейчас мы освободим все лишнее. Так, забрали. Китайцы вряд ли празднуют. Так, вот они. Ну, поехали. Каменка. Ну, такое себе. Ну, все равно неплохо. 20 камней. Блин, вот сейчас бы исцеление упало. Вообще было бы четко. 15 карт смены. Ну, тоже неплохо. Спасибо. Хоть каких-то самиков надолбим. Еще 20 камней. Ну, такое себе. Дайте коробок мне. Да не этих, ну и на этих. На этих, в принципе, спасибо. Тоже неплохо. Вот так вот, в принципе, неплохие плюхи мы получили. Ну, ребят, у вас есть возможность вытащить что-то повеселее, поинтересней сундучков, потому что сундуки на сегодня это самый такой интересный ресурс. Я на английском сервере просто открываю много сундуков, и у меня там ресурсов дофигища. Вы это увидите. Так. Ну что, неплохо, неплохо. Давайте пойдем еще на другие сервера, посмотрим, что там у нас сегодня есть на них. Английский сервер я вчера показывал, давали какие плюхи. Так, разбей. Пиратик. Пиратик вообще топовый. Бум. Ну, давайте пару раз клоснем пирата, посмотрим хотя бы, что тут падает.
Вот смотрите как. Басура, мешок. Это 1200 самов, ребят. Это всего лишь 1200 самов было. Ну, разницу видите, да? Вот такие вот здесь плюхи. Пиратики, конечно, топовые. На немке я вчера тоже в пирата поиграл, тоже понравился. А, так. Так, 1 плюс 1. Смотрим. Вот со скидочками 100. Офигеть. Вот это со скидкой идет. Обалдеть, надо брать. А, так. В принципе, роза тоже 20 мешков. Базуля. Ничего себе, посмотрите, сколько махатма стоит. Обалдеть. Супер. Неплохо, неплохо, хорошие акции. Чё по этому, по основному рынку. Так, землеройка, скин. Скин на розу. Две ремки, вообще обалденный пак за десятку. Две ремочки восьмых. Космо тоже, посмотрите. Со скином, со всеми делами. Еще и сундуков дофига. А тут вот монетки... Тоже классно. Землеройка. В общем, вот так вот. 2К. 2 ляма кулаков. 300. 200. Ну, как по мне, очень-очень даже ничего. Так, окей, поехали. Еще на китайку забежим. И на немку сейчас глянем, что на немке еще. Еще немецкий сервер. Вчера играл. Такс. Ну, посмотрим. Так, это что тут на рынке у нас? Сундуки. Осмо. Ну, в принципе, тоже обалденнейший рынок. Пак уже давно был. Ничего себе. Ну, тоже неплохой рынок. Посмотрите, сколько плюх дают. Так, что тут у нас? Это мы смотрели. Пират. 5 сразу мешочков дало. Вот так вот. Тоже неплохой. Так, хорошо. Это видите, это без доната плюхи я получил. Это каждые выходные такое. Так, и побежали на Close Conflict. Это немецкий сервер. Так, что тут у нас? Это паки с восьмыми эмблемами. А, да, размечтался. Плюс, ну, такое себе, честно скажу, 11. Как-то нестандартно, 300. Но видите здесь сколько наград? Не 4, как у нас, а 5. Тоже интересно. По ивентам. О, нифига себе. Ничего себе, посмотрите, как... Обалдеть, за 45 дают. Это круто. Обалдеть. Вот это да, вот это этот коллекционер. Мне понравилось. А что по рынку у них? Вот тоже сумочки были. Так, это за донат. Ну, я скажу, тоже очень-очень неплохо. Неплохой, неплохой. Рынок у них. Да, немецкий тоже хорош. Интересно, что тут по топам. Кто-то играет вообще. Ну, 956. Ходят и тебе. Ротаус, Волнт. Мочит машин. Ну, есть ребята, играют. В общем, такие вот дела, ребят. Ну, что, еще раз вас с праздничком. Хоть на русском сервере дали нам немножко халявы. Это радует, что хоть не забыли, потому что... Ну, я не понимаю, почему не дали такие же плюшки, как всем. Но видите, тут, видимо, у нас такое замещение было с сундучками, где сундуков не дали. Но посмотрим, может, там дадут. Кто его знает. Такие вот дела. Все, пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Еженедельку я постараюсь разыграть уже завтра, послезавтра, как посмотрю, как со временем получится.
Космо, ждите видосик сегодня. Ну, в принципе, все. Всем удачи, всем пока.